Тельняшки, повязки на головах и иная морская атрибутика. Пиратское направление выбрал родительский комитет Видновской гимназии и устроил яркий праздник для первоклашек по случаю окончания учебного года. Два месяца шла подготовка к квесту, в котором приняли участие более 120 ребят. Дети очень, они в восторге. Во-первых, вначале было для них неожиданностью. В класс залетела бутылка с картой, поэтому они не ожидали. То есть это восторг, визги, крики. И вот они уже выбежали на улицу, и вот от удивления, в общем, не могли скрыть своих эмоций. Ученикам всех четырех первых классов предстояло пройти несколько сложных, но в то же время очень интересных этапов, чтобы получить пропуск в следующий учебный год. 8 импровизированных островов, где ребят ждали дотошные пираты, проверяющие знания детей. Окружающий мир, русский язык, литература, труд, физкультура. Квест охватил все школьные предметы, которые были у первоклашек. Мы старались, чтобы дети вспомнили все свои знания за год, которые они получили, и доказали нашим родителям, учителям, что они готовы перейти во второй класс. Чтобы праздник получился, пришлось подключить родителей. Взрослые подошли к делу со всей ответственностью. Нашли костюмы, кто-то мастерил наряды своими руками, приобрели реквизит, украсили территорию школы. Большую помощь оказала районная библиотека, сотрудники которой имеют опыт проведения таких мероприятий и подсказали, как организовать квест. Все усилия того стоили. Восторг детей – главная награда за старания. Было очень интересно. И мы много там чего узнали. Я рад, что пришел во второй класс. Все было круто, энергично. И все веселились. Ну, самый умный второклассник. Пройдя все этапы и собрав золотые монетки, каждая команда получила части от одного большого пазла. Это и был пропуск во второй класс. Самый главный подарок для ребят. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.